Доброе утро. Доброе утро. У меня тут не очень, может, ускоренно идет. Идет запись сейчас. Вчера отец Наум выходил из Тбилиси-то. Ну и там вам видно, все нормально? Ну да. Миленький, как ты там? Да я ненадолго, я тут по делу. Давай. Мне нужно узнать, кто интернет, за интернет у вас платит. Кто платит, а вы его не знаете. Это человек... А вы знаете? Я, конечно, знаю. Это человек, он не член нашей общины, но очень близок, сын члена нашей общины. И он сам вызвался, и каждый год продляет и платит. Он чем-то там занимается, небольшим каким-то... Как? В общем, я что хочу предложить. У вашего интернета очень слабая скорость, поэтому медленно все закачивается у вас. Вот нужно там просто проплачивать чуть большую сумму, и будет тогда все очень быстро. Я думаю, эту затею отставить. Я не могу ничего с собой поделать, как зубная боль. Мне со всех сторон вот это вот дают, и это не просто так. Я обхожусь пока, тем более я уезжаю. Ну, а закачать я за нас закачаю. За намерение низко кланяюсь и благодарю, Сергей. Просто меня поймите правильно. Я даже и возьму, но внутри меня, у меня кишечник неправильно работает. Если уж на то пошло. Да вполне обхожусь сегодня еще. Дальше будет видно. Но пока абсолютно отпадает. Даже трогать нельзя это. Игнатьич, да чего трогать нельзя? У меня кишечник болит из-за того, что я не могу долго это все, понимаете? Там вопрос 200 рублей, а из этого я смотрю эту закачку, она уже идет 5 часов у вас. Закачал за 5 минут бы его этот ролик. Так, минутку. Она подожди, у вас уже закачивается 5 маленько. Часов. Маленько. Вот так. Ну, что она закачивает? Она мне не очень-то и мешает. Тут утром пока никого нету. Тем более, я сейчас отхожу от него. Вот как она не мешает? Игнатьич, дайте мне слово, пожалуйста. Вот я сейчас снимается, да, я по скайпу вас сейчас не вижу. Размазано все, понимаете? Все размазано. Это потому, что у вас маленькая скорость. У вас сейчас идет запись. Компьютер тормозит. Я вас вижу очень плохо, понимаете? Слабая скорость. Смотри, все упирается в одно. Нет, а у нас-то хорошая. У нас-то хорошая картинка, Сергей. Игнать Ильич, именно картинка. Так у вас хорошая, потому что у вас картинка хорошая, потому что у меня хороший интернет. А у вас плохой интернет, и у меня вас плохо видно. Я плачу вот деньги. Вот смотри, за интернет, сейчас на меня свет интернет направится. Хороший. Вот смотри. У вас интернет плохой. Глянь. Смотри, как я хорошо выгляжу. Гляди, но поближе, направь на меня. Ну, гляди. Нормально же. Это на вашем компьютере, я еще раз повторю. А на моем компьютере я вас вообще не вижу. Размазанные пятна. Из-за того, что у вас сейчас идет закачка. Вы можете меня понять? Я понял это. Но закачка какая? Во-первых... И любой другой человек, которому вы бы сейчас звонили, вас бы не видел бы. Потому что у вас сейчас идет закачка. Ну, закачка какая? Вот они решили узнать какую-то скорость, которая там Евгений из Екатеринбурга. Вы пытаетесь постоянно спорить в том, чего вы совершенно не понимаете. Я вам говорю вещи, понимаете, однозначные. Вы в этом совершенно ничего не понимаете. Я вам говорю реальные вещи, которые нужно решать. Понимаете, как? Вы пытаетесь спорить с тем, в чем вы абсолютно некомпетентны. Но я поясняю. Я говорю, что это надо делать однозначно. Вот попросил... Это однозначно нужно делать.
Я прошу вас мне дать эти данные человека этого, который с интернетом связан. Вот я с ним решу этот вопрос. Иначе просто тут одно в другое упирается. Если мы уже начали это дело делать, то надо сделать все по уму, чтобы было все, как говорится, налажено и связано все было четко. Вы вот поставили ролик, закачиваете с отцом Наумом, он у вас закачивается уже 5 часов. Вот, при нормальном интернете он закачался бы у вас за 5-7 минут. 5 минут, раз, и он все, и он в интернете. Все же одно из другого вытекает. Знаете, собрали люди деньги, купили компьютер новый, все, как говорится, все уперлось. Вот теперь надо сделать интернет, и все, и вы будете, как говорится, уже все в полной укомплектации. Сейчас интернет нам скорости увеличить, и все. И вы укомплектованы во всеоружии. Иначе никак нельзя. Я понимаю, что вам сложно это все принимать. А что делать? Куда ты? От этого не уйдешь никуда. Если бы в пустыне бы жили бы от людей далеко бы, и тогда можно было понять. Но от вас люди ждут вас и ждут от вас. Что поделать? Иначе нельзя никак. Тут вопрос-то, вы просто думаете, там интернет, а там всего на 100 рублей, надо больше заплатить, да и все. Всего-навсего на 100 рублей поднять тариф и все дела. И будет отличная связь. Не на 100, если честно, 250 рублей. Вот это честно. И что, из-за 250 рублей мы будем какие-то там еще эти головные боли себе там устраивать. Я тоже вот терплю, я не могу, понимаете, а у меня тоже из-за этого, из-за вас, вот у меня тоже мне головные боли такие, я не могу на это спокойно смотреть. Люди все как радуются. Игнатьевич, колонки поставили. Здорово, как все довольны, какие все счастливые. Игнатьевич. Но. Ну что делать-то? Ничего делать и не надо. Писание говорится, ваша сила, говорит, сидеть спокойно. Я и сижу. Мне лишь что-то говорить и желать. Просто прикинуть. Вот он платит за квартиру в месяц 20 тысяч. А у меня пенсия 5500. Все, ни копейки больше ниоткуда нету. Ни копейки. Я должен и за свет заплатить. За все абсолютно. И за дом, и за мусор. Это по 200 рублей, только туда уйдет. У меня нет ничего, и поэтому рот разжевать на чужой, говорит, стол, это я не могу. Я не могу, мы так не воспитаны. И я пока обхожусь. Как же чужой стол?
о чем вы говорите? Чужой стол, вы столько делаете. Вы одним днем только своей вот этой силой, вы своим словом, вы отрабатываете многие тысячи, понимаете, если уже в рублевый эквивалент переводить, вы зарабатываете одним своим словом, одним своей верой, вы зарабатываете неизвестно сколько денег, а вы говорите 5000 какие-то. Мы должники вечные перед вами. Мы не расплатимся за всю жизнь перед вами. А вы говорите, что вы нам должны. Да, я должен всем. Павел говорит, не будьте ничем должны, кроме взаимной любви. А я не могу ничем это восполнить. И когда человек этот брался, и он заговорил, я сделаю вам ускоренный скоро. Я не согласился, и он понял это. Потом у меня телефона не было. Тут они целую акцию разработали. У меня не было телефона мобильного. А я начальник детского лагеря. Дети у меня, родители отовсюду звонят. У меня телефона нет. Мне платить не на что. И вот тогда уже они разработали такую акцию. Я расскажу просто. Секретарь начинает мне говорить, что такое телефон. А я знаю, что такое телефон. Вижу у них. А вот наша мама, а ей купили дети лучше, а вот это тебе девать некуда. Ну ладно, где-нибудь найдет. Я еще не понимаю. Они разработали целую акцию, каким путем наградить меня этим телефоном. Потом там он не заладится. Это все-таки через 3 месяца я согласился взять. Потом этот самый благодетель, который платит за интернет, он узнал. Он сразу приехал, меня сгреб в магазин выбирать. Пока он там крутился, я у продавцов узнал, какой самый дешевый телефон показать. Вот какой он у меня, вот он телефон. Вот. Ну и мне его купили. Нашелся батюшка, который положил на этот счет деньги. Я в течение года позвонил только один раз. Один раз, когда ехали в Потеряевку, и машина застряла. И ниоткуда нельзя помощи ждать. Я один раз только. А обычно я беру, надавил кнопочку, у них сигнал, я отошел. Если им надо, они знают, я ищу. Как правило, все. Однажды меня домой привез тут главный банкир, который помогал, как спонсировал меня по всем. Но он-то делает просто по привычке и очень расположен ко мне. Главный банкир Алтайского края, это что-то значит. И вот мы у меня во дворе тут прогуливались с ним, и я ему говорю, когда я дам сигнал, у вас заводит, вы на меня выходите. А почему? Да платить же надо, я не могу. Я гляжу, он в кармане роется, вытаскивает 10 тысяч. Это, говорит, вам на телефон. Да неужели же я на телефон пошел? У меня книги выкупить. Я издавал книги тогда. Это смешно. Я живу нормально. Я веселый и довольный. Пока я не готов к этому. Сергей, каждое ваше слово, предложение, я же мимо ушей не пропускаю. Я это помню. Не наступил момент, я не дозрел до нужной кондиции. Я не могу, просто я просто не могу. Вот они приходят на собрание, кто-то принесет там какие-то пирожки, там варенье. Я запрещаю брать категорически, ни у кого. У меня все есть. Я дозволил одной сестре, которая есть. Другая там что-то такое, только в магазинах, там зернышки какие-то. Все на этом. Я никому не разрешаю. Ну, бывает, я луку нет или чеснок. Я тогда скажу, а у нас чеснока нет. У нас завтра они стол завалят. Люди-то очень любящие. Но я не могу это брать. Я ничем не могу вас сдать. Вот врач сейчас принес лекарство. Лекарство через каждый час закапывает глаза, что попал микроб, инфекция. Она не лечит, ну, как бы прочищает. Я вижу, он старается, все покупает. Да не бери ты, не бери. Нельзя никак. Он опять приехал. Такую даль живет. Ну, делаем все как есть. Мне трудно воспринять это. Нас так приучили родители. Я жил в этом. Отец без руки, вот такой инвалид, 10 ребятишек, и мы никогда с протянутой рукой не ходили, а только давать. Я нашел Евангелие. Я только не знаю, откуда Павел это взял. Он говорит, блаженнее, то есть счастливее давать, нежели брать. Мне говорят всегда, мы перед вами должны больше. Я согласен в чем-то, но не в этом. Я ничего особенного не делаю. Я просто, мне уже все сделали, миленькие мои. Я, говорит, слюну проглотить не могу от благодарности Богу. Столько везде благодеяний, но пока я не могу, не могу. Нашелся недавно один человек, он вчера только на меня вышел. Я не случайно вас расспрашивал до конца, кто, сколько вы мне выслали, которые люди набрали-то.
и совершенно незнакомый человек, он только спросил, а могу ли я поучаствовать? Я говорю, поучаствуйте. И он послал перекрывающий все, что собрано было. И не просит ни книг, ничего. Вчера только я сумел выйти на него там через перекладных там, и добился, что ему книги нужны. Я ему их посылаю. Послали уже даже вчера. Понимаете, все как-то оно так сложится где-то, и нашелся человек, но просто взгляньте на меня и пока потерпите меня такого, какой я есть. В вопросе давать что-то. У меня все есть. Все есть. Но я понимаю, это не для меня, я бы обошелся. Но я пока обхожусь. И заканчивать не все время так. Вчера этот Евгений из Екатеринбурга запросил какой-то перекачать, ну и этот администратор, он ему решил перекачать, скорость узнать. Я, который перекачал до этого, что-то не так. Они сами. И она качает до полночи. Я бы успел, может, до утра закачать этот с Наумом ролик. Ну, закачаем. Никуда не денется. Прости меня, Сергей. Я не могу это. Я понимаю, вот давайте вот еще вот рассмотрим такой вопрос по поводу десятины. Вот вы 50 лет платите 9 десятин, да. 9 частей из ваших денег. И как вы на это смотрите? Вы считаете, кому вы оплатили эти 9 десятин? Моему Иисусу Христу любимому, о котором я думаю день и ночь. Так, это через распространение Слова Божия. Иисусу Христу наши деньги-то не нужны. Понимаете, Иисус Христос складывал эти десятины в виде, как говорится, накоплений на ваш счет. Понимаете? И вы сейчас можете смело снимать с этого счета. О! Игнат Тихович. О! Слушай внимательно. Так вот, дом, где я нахожусь и где мы молимся, это все возмещение того, что я делал, когда 11 лет шел суд после моей реабилитации, когда я вернулся из лагеря. И мне вот это дали. Вот что удивительно-то, что со мной Бог рассчитывается в этой жизни. Я приду туда голый. Бог все мне здесь отдает, то, что я пустил по водам многим-то. Мне это зачем нужно? Но это мне нужно, просто необходимо где-то жить было. Я вот здесь живу. Это за мой труд суд решил, вырешил. Суд. Официальный краевой суд. Но я же понимаю, это в счет чего-то. Не просто так мне Бог дал, а по великой милости многим молитвам, но это за мои труды, что я насчитывал, создавал фонотеку, которая стоит на нашем сайте, сейчас оцифрованная. Это Бог сделал так. Так что, что мне Бог дает, я понимаю, Бог учитывает все, но я тогда в Царстве Небесном, это ни с чем явлюсь. Он все со мной, Бог рассчитался в этой жизни. Как он рассчитался? Мы это совершенно разные состояния, то материальные, а то... И в конце концов, кто так жил? Всегда, если почитаем вот жития святых, святому человеку приносили, он принимал с радостью и с благодарением, все принимал. А там уже сам распоряжался, кому отдать и как. Я жития святых насчитывал, скажу, что не всегда. Один пришел ему, а он в келье там сидит, и он ему большой, видимо, золотой империал подает и говорит, помолись за меня, грешного. Ну, какой-то там бизнесмен. Он, ну ладно, положил, на прилавок тут положил у него. А ночью видит, что тот человек сидит в тернии, там колючки вот такие вот, ну терновник-то. А ему сказано, доставай этого человека. А он на себя глянул, он голый. И он туда попытался лезть в терновник, ну еще шипы-то воткнулись ему до костей-то. Он назад, тот утром идет, здоровается, думает, я ему уже дал, теперь мы знакомы. А он говорит, возьми назад свое золото-то. Тот, да как так, не мог. Он тогда взял в окно вот так вот, катнул его под горку-то и покатился этот империал туда. Я, говорит, в этот терновник залезть даже не мог. Ты нагрешил столько, я помолюсь за тебя, но брать, и Господь научает это. Был случай такой. Одна, зная, что вот он, Арсений, он такой, он раздает другим, как Иоанн Кронштадтский. И она пришла и принесла большой ящик золота. Ну, он говорит, ну поставь у двери, раз так уж ты решила, я не принимаю. Но тут приходит, кому надо, они сами возьмут. Она обернулась в дверях и говорит, отче, так вот здесь ты положила, это 1,5 миллиарда. Он говорит, дочь моя, так ты кому отдала, мне или Богу?
Если Богу, Бог хранит, и Он знает. Мне это даже знать не надо. Здесь дело другое. Я то, что мне дают, я передать другим не могу. Но это все с перекладными, конечно. Вот. Я пока обхожусь этим. Меня и так уже этими империалами обложили со всех сторон. Все покупают, все. И поэтому Бог видит, что у меня нет ничего. И поэтому я привык в этой бедности жить. По одежке растягивать ножки. Кто, говорит, ни во что ставит мало, мало-помалу обеднеет. Я не обеднел по сегодняшнему. Обогащайтесь другим богатством. Вы обогатились только уже тем, посчитайте, да тут и считать не нужно, скольких людей привели вы ко Христу. Ваше богатство ни один банк не вместит, понимаете? Ваше богатство безгранично, оно бесконечно. Понимаете, в чем дело? Оно не убудет. А вы говорите, расточаю я свое богатство. О чем вы говорите? Отсюда, дай-ка, чтобы ему видно было. Так, разговор этот, я считаю, полезный, хороший, но пока я не согласен. Пока. Может быть, когда вернусь, у меня будет большая работа для заказчика. У меня сейчас работы-то большой нету. Ничего нету. Я торчу на улице, хожу, а у меня в это время деньги будут. Не могу. Тем более у этого человека случилась авария, разбилась машина. А от него отходить? Было время, вот, когда нужно снимать резервную копию на форуме, и там зеленая полоска, и она увеличивается в два раза. Но если она заранее, пока не перекачивает, достигает середины, то она ее копируя вдвое увеличивает, потом снимается. Я гляжу, она перешла. Каждый год платят долларами. И когда он узнал, что платит другой, он мне выговорил. Я же сказал, что я все плачу. Я говорю, да мне неудобно, даже нужно было к врачу. Он узнал, и меня уже два раза возил к врачу. Это, зубы там посмотреть, подтащить, там зуб острый. Ну, просто нужно было. И он платит. Как я могу сказать, что мне надо? Тем более я сам отказался, когда он в самом начале, когда делали, ну, вот меня в интернет выводили, это платили. Я отказался от этого. Пока обойдусь. Просто обойдусь. Мне сейчас нет никакой нужды. Эта скорость меня удовлетворяет. Но если я приеду и будет громадный материал, просто громадный, тогда надо будет. Месяца на два, может быть, на три. Но не больше. Потерпи меня, брат, ради Бога. Ладно, оставим этот вопрос. Теперь поэтому по камере к Володе хочу обратиться. Вот снимаете с этим, со светом. Нельзя отключать свет, Володь? Я не знаю, это, видимо, в настройках надо посмотреть. Потому что она автоматически включается. Вот на камере, вот в таких условиях не обязательно свет включать, потому что он цвета изменяет. Ну, я посмотрю потом. Вот если... Да, вот посмотри, если... Допустим, если вот снимать, потому что я вот по тому ролику смотрел, где вы вот с Евгением общались, а вот там цвета немного испорчены, они такие, и вот из-за этого, из-за света, вот в этих условиях нужно отключать, он не нужен. Вот посмотри, там в настройках, вот, сейчас, что-то я еще мне не забыть бы. Не записываем. Забыл из головы. Да это не важно, это не напрягайся. А это сделают. Еще мы спросим, он только первые дни, но уже снимает, видно, что разница есть какая-то. Разница отличная, конечно. Так. Ну это там со временем привыкнете. Мне нужно, чтобы помолились вы там, помогли в молитве. Из Англии посылают. Там очень трудно открывать визу. Очень трудно. Такие анкеты. И здесь на месте нельзя. Они снимают отпечатки пальцев. Это надо ехать чуть ли не в Москву предварительно. Я даже уже под сомнением, сумеем ли мы преодолеть этот барьер. Заполнять анкету на чисто английском языке. И там еще вопросы. Это все по аккаунту завести специально в посольство. Цена в два раза больше за визу. Но это уже как-то можно преодолеть. Ну и то есть... Они, говорят, очень неохотно и с трудом открывают визы первый раз, когда... Но мы-то второй раз уже в Шенгене. У них-то первый раз. Ну,
Шенген открывать, мы в прошлом году открыли. Значит, фотографироваться. Фотографироваться не заставляют еще раз фотографироваться. Ну, они дали какие данные фотографироваться? У нас фотографии-то есть. У них боятся, что там останутся люди. Это везде боятся. Но в Англии особенно боятся. И поэтому мы представляем разные справки, что мы не бомжи, у меня земля, приватизированное помещение, вот это вот здание. На все документы есть. Но там дополнительные данные, анкеты, очень, и все на английском языке. Не знаем как. Но больше всего смущает то, что ехать надо отдавать. Это куда ехать? Придешь, в один день не поправишься. Говорят, в Новосибирске открыто сейчас консульство. Ну, просто помочь надо, чтобы как-то Господь разрешил это дело. Потому что в Англии уже заранее сказали, большое поприще открывается. Мы можем вас там тормознуть. Ну да. А если что-то не заладится, ну, значит, от нас не зависело. Мы до конца будем стараться. Я сейчас им написал, вы анкету напишите, что там это, вопросы-то. По-английски. А нам по-русски давайте, я их отвечу, потом опять отсылаю, потом вы нам возвращаете. И этот аккаунт нам заведут. Мы войдем к ним. Это когда паспорт получали так. Трудности, которые я их не преодолевал. Но пишут, что трудно. С Англии ответили, трудно и неохотно. Но так как они нам, я не меньше, кажется, 6 месяцев не открывают или месяц, нам всего открыть на 5 дней. 5 дней. Видимо, все-таки они это будут учитывать, уж у нас приглашение от религиозной организации. И там, чтобы они оплатили за нас, как называется, страховку, там все остальное, медицинский полис. Я говорю, мы приедем туда, я с вами рассчитаюсь книгами. Но у меня больше ничего нету. Полный комплект это 750 евро. Это уже что-то. А Новый Завет, вот трехтомник, это 75 евро. Я подарю вам там, договорю. Должником-то я не хочу быть. 750 евро, а вы знаете, сколько сейчас евро стоит? Да почти 50. Ну. Вырос курс в два раза. Да. Игнатьевич, я вот познакомился с человеком. Да я узнаю. Познакомился с человеком, с одним. Я зайду и узнаю, сколько. Дело в том, что они 60 евро кладут на душу на каждый день, когда мы выезжаем в Шенгенскую зону. Ну и считай, вот на месяц трое, ну и считай, тут что считать, 6 тысяч евро готов. Ну оно на горючее только, дорога тому почти ничего не берем. Редко, когда там булку хлеба купят. Да. Ну прости меня, брат. Круто выходит. Вы меня простите. Ну ты-то заботишься о том. Ну не могу я. Вот они мне да купят там бывает. Я в Америке был, они мне купили носки. Увидели, в каких я носках. Носки купили. Они всем синодом не могли их на меня надеть. Купят мороженое, я не ем, опять переживания. Ну, я не могу, говорю, еще в самом деле как маленький это. У меня все есть. Я сытый, обутый, одетый в тепле. Но они решили меня одеть. Ой, смешные люди. Ну как же ты меня оденешь, когда я такой, какой есть? Я такой и приехал. В сапогах. Гимнастерка на мне, ну, военного покроя офицерская. И, как называется это, рюкзак. Как у нас называется, седорог. И что интересно, Сергей, слушай, стоим мы в этом в аэропорту, я говорил, со мной такой огромный епископ стоит. Представительный. У него все при нем. А я стою вот такой, и ко мне люди подходят, иностранцы, а можно с вами сфотографироваться? Я понимаю, что его это задевает. Вы понимаете, это национальный... Какой национальный? Я понятия никакого не имею. Это, знаете, вот чисто в русском виде. Можно там то японцы, то финны, то американцы. Где я не появлюсь, и всем охота сфотографироваться. Мне до того смешно. Пугало огородное это. А он стоит епископ, представь себе, он стоит там... Кто у него там помощник рядом, у него жезл, и он и к нему никто не подходит. Ой-ой-ой, люди ничего не разбираются, где ценность. Знаете, еще вопрос есть такой. Давай. Сейчас как раз он вопрос в тему
сейчас идет пост, вот, и некоторые священники советуют людям, чтобы не соблазнять ближнего, к примеру, за застольем в пост неверующих людей, чтобы не соблазнять, то есть вкушают, можно вкушать мясо. Вот. А как вы скажете, можно это, кушать вот, мясо в пост, чтобы не соблазнить? На этот своего? Вопрос отвечал у нас благочинный Новоалтайский, Погиблов отец Михаил. Фамилия Погиблов. Говорящая фамилия это какая? Вот если вы окажетесь там на Новый год, а еще рождественский пост, и вам дадут кусок мяса, чтобы не соблазнять, вы съешьте. А я думаю, я тогда говорю, да какая тебя холера занесла-то туда с неверующими-то? Зачем ты заперся-то туда, поп? Мясо он будет соблазнять. Ты ангела соблазняешь. Кого еще ты лукавишь-то? У меня бабушка там сколько, 90 с лишним лет, она никогда никого не соблазняла, не ела и все. Я никогда не пойду на эти собрания. Ну вот я не ем мясо, в рот не беру. Никого соблазна никакого нет. Сестры заранее сготовят рыбу, мне поставят. Даже один позавидовал, говорит, да тебе рыбу готовят. Я говорю, да ты же мясо ел. Да я и не просил. Ну, это лукавые попы. Хитрые. Они оправдывают свое пузо. Вот такое вот всеобъемлющее. Все пожирающие, все поглощающие. Иоанн Златоуст говорит, для этого чрева дань приносят вода, земля и воздух. И ты все в себя, говорит, это кидаешь, как будто ему нет конца. И с чем ты предстанешь перед Богом? И каждый день пиршествовал блистательно, богач. А нищему, говорит, заплеснил и корки не бросил даже. А теперь конец перста, мочи, принеси, застонал, вспомнил. 5 братьев у тебя олигархов такие же, маются животами своими. А при обильности употребления пищи холера и резь в животе. А мало поел, встал, все при нем. У меня никогда не болит ни голова, ни живот. Почему? Я знаю, когда болеешь, не болеешь, уповай на Бога и старайся не ложиться днем. Никогда. А то во сколько встаешь? Вчера одного сотрудника спрашиваю. Долго молчит. Обычно отвечает, да в разное время, это я знаю, спит долго. Я отвечаю всегда в 4:40 утра. А то, наконец, я выдал из него в 7. В 7? Да в 7 ты уже завода работаешь. У нас 7 аппаратурный завод работает. А ты лежишь еще, молодой человек. На турнике ни разу не может подтянуться. Трухля, пузо. Зачем это тебе нужно? Убойся Бога. Корм червям. У меня есть такое о постах, о диабетах. Корчма и житница. Червям там мытница. Стихотворение у меня такое написано есть. Диабеты 20 века. А то диабет. Ди означает с греческого 2, а обед понятно. Вот тебе и диабет. Лукавый поп, отойди от него, не подходи к нему. Он в погибель ведет своим шревом. Он уже не понимает, что даже говорит. Святые разрешили очень старым, очень молодым, болящим роженицам по разрешению священника ослабить пост. Растительное масло и часть вина. Какое вино, там не знаю. Все, больше ничего нету. Нету нигде. Все остальное выдумка. В книге к истинному православию... Я-то... Говори. Я с такими попами не общаюсь, а вот люди многие соблазняются на это падки и до еды-то. Я могу не есть и 2, и 3 дня спокойно. Мне это не грозит. Вот сейчас многие соблазняются в пост люди. У многих возникают вот такие вопросы. А почему интересно? Почему к нам, к батюшке, никто не приходит, не просит нарушить пост? Ни один. И ни разу за все годы. Ни один. Возьми. В России, когда люди верили как следует в Бога, не нарушали поста. Это абсолютно точно. Они многого не знали, Евангелие не знали, но пост держали. И рожалось много детей, и народ был крепкий, здоровый. Ну и жили непонятно-то. Посты-то они не евангельские. 3 поста вообще нам не нужны, но они установлены церковью. Я обязан выполнять. Назвавшись православным, я обязан все выполнить. Иначе я не православный, а кривославный. Я докажу, евангельские посты, они не такие были. Они были по нужде. У евреев было 4 поста по одному дню. По одному. А у нас закатили больше половины дней в году постное. И главное, пост, пост, пост. И интронизация царя, и усекновение главы, и воздвижение креста, и многодневные посты, и среда, и пятница. Вообще замучили
монахи. Это монахи все придумали. Но это мое личное мнение. Говоря это, я ни разу не нарушил поста за всю жизнь. Даже ни в тюрьме, ни в больнице, ни в армии. У меня страх Божий Бог дал. В первом месте страх Божий. И страх Божий привел к Евангелию, ко Христу. Никогда, нигде не нарушаю поста. Нигде. И я несу благословение Божие. Я православный. И поэтому, кто говорит православный, не соблюдает посты, он никто. Это об этом говорит Аполос Великий. Они не знают ничего. И у них жажды этой нет. А то голова закружилась. Закружилась, ухватись за забор, постой, иди дальше. Закружилась. Она то и закружилась, что меньше ведра крови поступило. Надо быть легким, подвижным. И никогда не посягать на пост. Мы православные. Все. Говори. А нужно ли воспринимать так однозначно пост, ну, сравнивать его с едой? Может быть, пост – это одно из ограничений себя, то есть можно пост испытывать. Вот я, допустим, к примеру, в пост, ну, я и так пощусь 10 лет уже каждый день. Вот. А для меня пост, допустим, ограничение себя вот в каких-то передачах, вот, допустим, я себя ограничиваю. Вот. Пост же это не только ограничение в пище. Иоанн Златоуст говорит так: когда конь уже вырос, его надо обучать, а он не слушается. Ему голову так привязывают, он стоит день-два. Его сначала до изнеможения довести надо, потом запрягают, ему уже бесноваться некогда. Ты обуздай эту плоть. Постом и молитвой смиряется дьявол. Другого оружия нет. Это только разговоры. У меня как-то приехала мама и говорит: и батюшка-то исповедовал-то хорошо. Спросил, не ела она журавля. Журавля, так ты его поймай сначала, журавля. Я говорю: а тебя батюшка не спрашивал, что ты рукой спутники не сбивала, шпалы не грызла? Чего спрашивать-то? Ты спроси о другом, не уедала ли ты ближнего осуждением своим, непокоривым характером, не противоречила ли мужу, не прикословила ли соседями? Это вопрос другой. А то не ела ли журавля? О, ты его поймай, этого журавля-то сначала. Ой, надо посты соблюдать. И вопросов никаких нет. У меня никогда вопрос такой не возникал. И что интересно, я сижу в камере под следствием. И все знают, что я пост несу. И в это время Благовещение пришло. Утром рано, еще все спят, а я-то на 2 часа раньше встаю каждый день. Каждый день на 2 часа, без часов. Там свет день и ночь горит. У меня ангел будет, ангел. И в это время открывается кормушка, куда подают еду-то. И там гляжу, рыба неразваренная, просто проваренная, большая рыба, и наполненный целый поднос рыбой. Это, батюшка, для вас мы специально заранее заготовили, знали, что можно есть. Да у меня вся камера питалась. Они там, которые за мной следят, они уговорили охрану, и охрана им разрешила сделать, и при посредстве охраны они мне передают. Вот как Бог делает. Ты доверься Богу. И ничего дальше не надо думать. Он поведет меня. Он даст так, что обыкновенная моя утренняя морковка, мелко тру ее для глаз каждый день-то, она мне лучше ананасов будет. А то ешь, говорит, ананас, ты рябчиком жуй, день твой приходит, пузатый буржуй. Маяковский писал. Не надо ничего этого. Сегодня один меня вывел на 2 сайта, и в одном сайте он пчелами занимается, а в другом там разная пища готовит, кальмары, там устрицы. Ну, я говорю, первое я знаю, потому что мама моя была пчеловод в колхозе, и она держала около 30 колодок, и дед мой был пчеловодом. Мы выросли на меду, и никого больных нету. Ну, а отцу меда в ухо с разных отстоев. А вот кальмары все, у нас считалось нечистой пищей, мы и глаза не видели. Ну, так воспитаны были. А мед – это здорово. Молоком и медом текущая страна. Молоко и мед. 2 продукта, и тебе уже ничего не надо, только хлеб был бы. Посты надо соблюдать строго. У меня в лагере все время смотрят, можно ли нет растительное масло. Посты, они мне крайне нужны. Я не знаю, что бы сделал, чтобы их не было, Петров пост. Дети приезжают на 1 месяц, и весь пост
Ни одного дня ребенок у меня молочный не ел. У меня молоко, сметана, там еще только нету. Ничего подобного. С города идет рыба, мы готовим, там прокручивают. И дети даже не замечают, и еще вес набирают. Но я православный. Все в этом сказано. Я обязан все соблюдать, и притом строго соблюдать. Все каноны до единого. Они оправдывают свое небрежение. А вот сейчас так некоторые, ну, принято просто в православии среду, пятницу, даже в обычные дни, среду, пятницу ограничивать себя в еде. Даже, можно сказать, вообще, есть люди, вообще не едят полезно. Полезно. Полезно себя ограничить. Апостольское правило 69 об этом говорит. Апостольское. И вопросов никаких нет. Ты можешь не пить и не есть. Вот во время Великого Поста, понедельник, вторник по уставу, не пить и не есть. В среду один раз сухоедение. В четверг не есть, в пятницу один раз. И только в субботу поесть. Бог дает силу и крепость. Я не могу без воды. У меня начинаются большие рези, небо во рту стягивает. Начинаются судороги по всему телу. Я не могу растереть, не лечь, ничего не могу. И поэтому воду я пью. Я понял, вода крепче задержится, если ее подсолить маленько. Подсоленая вода. А то я не хожу. Я говорю, куда ты не ходишь? Ну, ограничиваю себя. А в чем ты ограничиваешь? На танцы не ходишь? Тебе 85 лет. Какие танцы? А я парализован. Ну, парализованный, что теперь? Ты не прыгаешь, как козел? Да это не ограничение. Это вынуждено уже. Но из вынужденного можно вызвать полезное. Господи, я это принял и благодарю. Сам бы я никогда до этого не додумался. А теперь благодарю тебя. А на тебя, глядя, другие будут думать. Ты православный, подними крепко высоко это знамя. И не нарушай ни одного канона. А их 719. Да там половина на епископов идут. Правила очень легкие для нас, для пользы. И сектантским суемудрием. Я вот с некоторыми людьми разговариваю, ну, в основном это женщины, контингент такой. Вот, и я им рассказываю, вот вы читаете, говорю, Евангелие, Апокалипсис читаете, и там написано, что будет голод страшный. Вот, я вот говорю людям, вы себе неизвестно, когда он, может быть, завтра, послезавтра придет этот голод. Я говорю, вы подготавливаете себя к голоду, тренируете свое тело, вот хотя бы среду, пятницу ограничиваете в еде. Ведь легко же будет принять вот такие вот тяжелые времена с подготовленным организмом, когда ты научишься ограничивать себя в еде. Вот. Это же даже вот для чисто для такой практики, тренировки себя полезно. Да. Именно так и надо говорить. А не так, придет сатана, антихрист придет, ну тогда мы врежем. Ты сейчас обрежь от своего рациона и передай это на милостыню. Я рассказываю, как у нас было. Живут тут на квартире, у меня всегда на квартире жили. 25 рублей на питание. А на питание ушло не 25, а 15. И эти десятки мы все сдвигаем к десятине. У нас всегда была сумма, с которой не стыдно было явиться, как Павел говорит. И мне не стыдно об этом говорить. И ничего там особенного. Это просто стиль, образ моей жизни. Я не чувствую никакого ущерба. Вообще не чувствую. У меня мяса нет. Алкоголя, ни пива, ни грамма. 50 лет, ну и что? Мое здоровье вполне позволяет мне проснуться утром. Прекрасная ночь прошла, чистый день. Я не падаю, нет головокружения, нет болезни, желудок перерабатывает. Что надо? Надо только быть верным. Я христианин и добавляю, я православный. Вот я приехал, меня вызвали в Караганду, а там очень хорошо приняли баптисты, они вызывали, а потом адвентисты седьмого дня. А они разбираются в пище, чисто, нечисто, свинину не едят, чай, кофе, какао не пьют. И они ко мне сразу подошли, а вы мясо едите, это какое-то там. Я говорю, я вообще мясо в рот не беру. Да что вы? А вот у нас тут заварено, вы какую заварку-то? Я говорю, никакой, кроме трав, которые растут, а у нас баданом там трава в горах растет. Ну, это можно. Я просто сказал, они спросили, так это мне двери к ним открыло. Вот и все. Я с мусульманами легко говорю, я не свиноед. Не свиноед. А тут ни на кого, где соблазн-то? Когда свинью лопают, а вокруг мусульмане живут.
А я соблазна никому этим не подаю, никакого. Я сижу дома, не выхожу. Какой соблазн? Это дурь. А то великий пост или рождественники пошел, кусок мяса подали. Тебе и кинули, как собаки, грызи его. Почему мне кусок мяса не кидают? Ну, даже дали его, положил в карман, дома собакам отдал. Заперся поп, и не знаешь, как вылезти. Ой, как вы говорите с ними, надо с попами уважить. Я говорю, в три погибели согнулись уже. Зауважали. Уважаешь его, скажи ему. Так не надо его обличать, значит, он погибнет. Ты ему скажи, сиди дома, не лай, занимайся собой и своими прихожанами. Иди и проповедуй Евангелие, там тебя накормят. Там такой полынью тебя накормят, ты будешь три дня икать. Встретят, да еще как, еще и под зад пинка дадут. А то сидят дома, спят, жируют и с такими пузенями вывалят на народ. Да из дома бы не вышел, срамота одна. Вот учнили себя, Златоуст говорит, как будто город приготовился к осаде. Тебя что, говорит, жертву хотят принести, разве, как жирного быка? Это он высмеивал их таких. Когда описывается о Златоусте его, какой он был, как он на себе выглядел. Говорит, на тонкой шее большая голова, говорит, зело худ, а опасно. То есть смотришь на него и думаешь, как бы голова не оторвалась. Опасно. А здесь я и слышать-то это не хочу. Пустое это все. А вот у меня есть личный вопрос такой. У меня сильные боли, вот 12 лет уже, боли очень сильные, невыносимые боли. Вот, и причем они не оставляют меня ни на одну минуту. Вот, и мне выписывают сильные обезболивающие, которые принимают люди уже при смерти, когда при раковые больные принимают. Вот такие вот обезболивающие я принимаю вот уже 9 лет. Вот, и я думаю, не повредят ли они душе моей? Повредят. Повредят. Откажись от них пока, потерпи. Господь, когда ему подали уксуса, смешанного с желчью, как обезболивающее, дурманящее, он не принял это дело. Я на операции всегда просил делать без обезболивания. Но говорят, нельзя, мускулы независимо от тебя будут сокращаться, и нам нельзя делать операцию. Как только меня привели в чувство, привезли, я уже отказываюсь. И притом врачи сначала не говорили, не соглашались, а потом говорят, вы откуда это узнали, что заживает быстрее. Организм к этому привыкает. Там обезболивание, процесс продолжается. Это сказать так, взять большой чугунный шар, из которого острые иголки. И мне сказали нести, из него торчат иголки. Мне положили на ладонь, он прокалывает. Дайте обезболивающее. Ну я теперь иду, прыгаю, мне не больно. А уже шипы на той стороне пролезли через ладонь-то. А когда болит, я стараюсь идти аккуратно, чтобы не проткнуло. Я в своей жизни обезболивающее никогда не принимаю. Никогда. Врач ходит рядом, но она могла бы подмешать мне там в пищу, но это, видимо, не разрешается. Обойдется. Обойдется. Я про твою болезнь не знаю, не говорю. Я не знаю, как бы на этом месте я повел себя. Но по сегодняшний день Бог милует. Я вам расскажу вот про свою болезнь. Моя болезнь, мои боли заключаются в почечных коликах. Вот женщины, которые рожали детей, они говорят, что почечные колики намного тяжелее выносить, чем рожать. Понимаете, как? Вот и эти почечные колики у меня каждый день. Страшные боли. Очень страшные боли. Обезболивание, боль уничтожает, а процесс продолжается. Я просто говорю, вы меня спросили, и не подумай, что я тебя там упрекаю или что-то. Даже в ум, чтобы не пришло это. Но я говорю про себя и как я это знаю. По сегодняшний день, мне все-таки 74 года. Я не на одной операции был, и у меня счета не было, всякое разное было в жизни-то. Но обезболивающее никогда ни разу не принимал. У меня быстрее наступает не то, что там атрофация чувств, а привыкание организма. И туда особые силы идут в этот орган. Так у тебя не почки болели? Да, не почки, но у меня болело другое. И было там, бронхи у меня как тряпки висят, и меня 13 дней в холодильнике держали. Так что я просто отвечаю на вопрос. Если бы можно... Давайте рассмотрим, раскроем эту тему. Вот коль уж привыкание, привыкание к алкоголю у человека, привыкание
курению человека, это же духовные проблемы человека, правильно? Да. И человек умирает, душа высвобождаясь от тела, в душе остаются вот эти привыкания, и они уходят в вечность с этой душой. Ну, о вечности не будем говорить, мы многого не знаем. Но на земле именно так. Когда были в плену, и там какие были боли, вот как Бойко Николай Ерофеевич рассказывает, это исповедник настоящий, баптист, и он рассказывает, какие люди там были. У меня знакомые были такие, никаких обезболивающих, ничего нету, еще только не было. У меня, говорит, все почки отшибли, как его били, там что. И Бог дал еще, жил 50 лет после этого. Вот. Потому что эти обезболивающие, а они вредно влияют на другое. Обезболивающих, которые не приносят вреда, просто не существует в природе. Все обезболивающие несут какие-то последствия для других органов. Вот так. Конечно, ну, невозможно вынести, значит, Господь дает. Но он сам не принял, будучи прибитый на кресте, как человек. И он не принял и не хотел пить. Обезболивающее Христос не принял. Вот Дмитрий Смирнов неоднозначно на этот вопрос сказал, коль врачи прописали, Господь благословил, значит. Я просто говорю... Дмитрий Смирнов ответил противоположно. Ну, я ответил так, как знаю. Я сам был на операции, я рассказываю, как есть. Игнатий, я спросил, потому что я чувствую так же, как и вы, точно так же чувствую. Вот. И я уже давно думаю над этим вопросом. У меня жена все время... Есть еще. Все, на вот это, тебе легче будет. Я ни одной таблетки еще не съел за всю жизнь. И никакой микстуры не пью. Единственное, что сейчас в глаз закапываю, это, ну, микробы какие-то там прочищаются. Пользы никакой нет. А второй бутылек мне сделали 1:3. Мед, разведенный водой, тоже закапывать надо. Прочищает. Ну, остановить как бы процесс этой катаракты. А там попала еще как инфекция, поврежденный, порезанный у глаза там. Уже целый год я мучаюсь. Ну и даже никакого внимания на это нету. Я очень сильно болел желудком, когда было мне, ну, может быть, лет 5. И меня привозили в Барнаул на машине. Железной дороги к нам еще не было. Я не болею сейчас. И мама меня лечила сама. А как? А в подполе там стоят фляги с медом. И она меня пошлет, а ложка была такая вот круглая, как яйцо перерезанное. Не такая ложка, а круглая, прям как мячик пополам. И она, у нее ручка такая толстая, как чугунная. Ну, не чугунная, она там и не дюралевая. Она, сынок, наковыряй меду, а этой ложкой-то там ковыряют, она набьется из этой ложки-то никак-то. Но она там ложку-то ты маленько прочисти ее, да туда не ложи обратно-то, а в рот возьми. Но я привык к этому, как наркоман. Как только что, меня мама в погреб, а я меду опять поем-то. И у меня все ушло. Мед. Это профессор Насаль об этом пишет. Он 50 лет сыном отдали изучению лечебных свойств меда. Я каждый день сегодня помаленьку мед употребляю. Вот единственное мое лекарство. Но это естественный продукт. Я еще раз скажу, это я не говорю тебе лично, не принимай там, как я могу сказать это? Я никому этого не говорю, я говорю о себе. Я просто, а врач спрашивает, а почему обезболивающее не принимаете? Я говорю, я хочу пострадать, как мой Христос, почувствовать боль эту. И душа моя обновляется в этой боли. Вы когда стихотворение мое считали про больницу-то, спиралью пытаешься выйти из боли, вот тяжкая мука страдания, вот. Как тело мое, как снарядом его поразили прямым попаданием. Я испытал это. Понимаете, в чем дело? Допустим, помучиться там неделю, месяц помучиться. Но 10 лет изо дня в день, 10 лет и днем, и ночью. Это сложная штука. Серафим Саровский говорит. Серафим Саровский говорит. Если бы вся комната, где ты находишься, была наполнена червями, и каждый из них прогрызал тебя в нос, в глаза, в руки, в печень, и немножко, ну, лет 100. И тогда, возлюбленный, стоило претерпеть ради будущего царства. В болезни ощущаемся. И обезболивающие, такие как Пимен, многоболящие, парализованные, никто не принимал, ни один.
Они благодарили Бога за страдания, как Иов. Проказа съедала его тело. Оно разваливалось. Он его скоблил черепком, написано. Так что ребра были голые, и сердце, как солнце, засияло в Златоуст. Говорит, и сатана бежал, закрыв лицо руками. И он нигде не искал никакого обезболивания. Нигде. И этого мы не находим нигде. Это моя болезнь, это мой крест, и я его несу с благодарением. Но если разваливается где-то, то оно не от этого разваливается, печень. Просто, вот бывает, раком заболел человек, и они теперь глушат там, я не знаю, какими только средствами, нет. Не надо этого делать. Я повторяю еще раз. Обезболивание, вот делали укол, не боюсь. Я теперь шар чугунный с этими иголками несу, не боюсь никак. Но это означает мне вред-то. Я не остерегаюсь ничего. Вот и все. А зубы сядете лечить без обезболивания? Но врач, когда там что-то делает, вот я прошу не делать обезболивание ее, делать так, как есть. Но у меня все корешки-то целые, не рвут. Я, не имея никакого образования стоматологического, там какого, я говорил, что это влияет на память. Но представьте, я в 5 университетах веду занятия, вопросы. Там на стадионе, по радио 3 программы, прямым эфиром часовые программы вел. Часовые, прямым эфиром. И вопросы идут, и я должен мгновенно отвечать. Отвечать, пользуясь Библией на первом месте, святыми отцами, 1173 биографии, канонами, 719 правил. И я ими манипулирую, вставляю, знаю где, как сказать. Меня в Америке повезли, у меня очень сильно стало болеть зуб. Привезли, опрокинули на кресле. Я говорю, только не дергай, как не дергать? Я говорю, говорят, там штифт как-то, а потом на него наращивают. Он говорит, когда выше десен, у вас ниже десен. Я говорю, они уже пришли, меня синод меня повез. Мы заплатим, все. Я говорю, мне дергать зубы нельзя, у меня памяти не будет. Я перед людьми выставляю, выхожу в кинотеатре переполненном. Воинская честь, а я буду стоять, думать, я забыл. И я не могу так. У меня даже компьютер работает на полную мощность. А при чем тут память? Я не знаю. Он засмеялся и говорит, да что-то вы думаете это. И потом только я нашел шведа, исследования вели многолетние. Каждый зуб – это проценты памяти. И особенно в верхней челюсти. У меня нет ни одного корешка выдернутого. Я не знал ниоткуда. Я просто знал, что этого нельзя делать. Это влияет на память. И спустя только уже, может быть, лет 50, я узнаю, что это опыты были, совсем недавно. А откуда вы знали? Ниоткуда. Я внутренним голосом имел. Этого делать нельзя. Мне нужна память. У меня все корешки целые, и я ими жую. А зубы потерял я в один год. Колодцы чистил в ледяной воде. И смену никого туда не пускал. Почему? Я не женат, я сильный. Я в ледяной воде сидел. И у меня зубы в один год все полетели. Ничего. После этого еще 50 с лишним лет живу. И жую. И мало того, жую сухари. Сухари. Вообще. О, чудо. Юдо. В рыбьих перьях. Игнатьич, вот есть вопрос еще один. Я познакомился. Молодой он парень, ему чуть за 30 там. Вот. И у него был такой посмертный опыт там. Вот он рассказывает, что там видел он и ад, и рай видел. Вот. И он, я спрашиваю у него, а ты причащаешься святых Христовых тайн-то? Он говорит, конечно, причащаюсь. Вот. Ну, я там начал расспрашивать его. Я говорю, ну, а ты к какой деноминации принадлежишь? А он говорит, а я ко всем принадлежу. Я и православный, и баптист, и пятидесятник. Я везде вот. То есть он вот так вот начал мне рассказывать. Как вот человеку, нужно ли ему выбрать определенный путь или вот так идти просто за Христом? За Христом идти один путь, евангельский. Подвязать себя душу за евангельскую веру. Это не баптистка никакая. Та, которая по Евангелию, где есть рукоположенные архипастыри, епископы. Я избрал православие. Если это был бы католик, я бы ничего ему не сказал. Но вне того, что я называю православие, католицизм, григорианы, армяне, копты, сирийцы, церкви нету. Нету. Это просто сообщество. И когда он говорит, он что-то там видел, я говорю, а почему тебе там, кто тебя водил-то, ангел или как ты называешь, почему не показал, что без священства не спастись?
Кто не принимает тело и крови Христова, не имеет в себе жизни. Ты не считал про это? Нет. Серафим Ров. Дело в том, что он и православие принимает, он все принимает. Ну как он принимает? Он не может быть всем, он должен быть православным. Если он православный-то. Я не баптист, я только в духовном плане говорю. У нас баптист один только есть, в общем, батюшка наш, который крестит. Баптист означает креститель. А вы пятидесятники, знаете, знаю, я пятидесятник православный. То есть мы за то, чтобы человек был крещен Духом Святым, но находился в православной церкви. Не говорение языками, а быть водимым Духом Божиим, о чем Серафим Саровский постоянно повторял. Стяжание Духа Святого. И этот человек, он не знает, что Серафим Роуз подробно это описывает. Жизнь после жизни. Это профессор Моуди. В этом пограничном состоянии, когда человек в клинической смерти, тут бесы особенно орудуют. И кого он видел, кто водил, куда, уверенности 100% нигде нету. Это может просто насмешка сатаны. Если это не сходится с... Я вам дам видео, вы послушайте его. У него очень такой откровенный рассказ, вот, и у него травма серьезная была, у него была перерезана артерия, и кровь практически там вся из него вышла. Ну, такой интересный рассказ. Но все-таки он не принял, он говорит, я везде, я и с православными, и с баптистами, и с пятидесятниками, я везде. Хорошо. Вот меня как-то это настораживает. Спросили однажды, вот обо мне разговор зашел, а один батюшка говорит, ему говорят, его не поймешь, кто он такой, то ли баптист, а то Игнатий Лапкин-то. Он говорит, определить очень легко. Он проповедует, да, проповедует, а люди обращаются, говорят, ой, как обращаются-то еще. А куда он их ведет? И вот поэтому определите, кто он. Я всех до единого за 51 год направлял только в Московскую патриархию, больше никуда. Но еще меня определять, но я к ней не принадлежу. Я принадлежу к Русской Православной Церкви за рубежом. То есть я не принадлежу к тому, что они там делают. Это одна и та же вера, вера ни в чем не разница. Но в подчинении, на прямой контакт мы, тут, чтобы они разрушили наш устав, убрали батюшку, с этим мы не согласны. Тут вот с чем связано. Они не держат слова свое, лгут на каждом шагу. Но людей я никуда не зову больше только. Направляю в существующие храмы Московской Патриархии. А куда этот ваш человек ведет? Если кто-то обращается. Это только разговор. Когда я считал те, которые обмирали, я таких случаев знаю. Я лично Клавдию Стюжанину встречался с ней не один раз. Я знаю не понаслышке. Я еще не нашел ни разу никого, где 100% мог бы согласиться. Там, может, сатана водил по своим дебрям, по помойкам. Есть прям очень близко к истине. Вот она все видела, все знает, но остается в баптистах. Да какой же тебя дух-то там водил-то, когда ты не в церкви? Почему ты там осталась-то? Ты считай Деяния 8 глава. Где нету апостольского возложения рук? Там нет Духа Святого. Что ты толкуешь-то мне? Тебя водил там Дух. И Клавдия, она православная. Обольщение одно. Ты хочешь знать, что там есть? Считай Библию. Другого не дано нам. Даже видение Феодоры Цареградской, Василия Нового Жития, и то оно под сомнением. Да, сейчас многие обольщаются. Сейчас в интернете очень много вот таких видео, и много людей обольщаются вот ими. Я ему говорю. Духовный опыт. Я с таким говорю, ну, не лично уже до встречи. Недавно были мы в шахтах, и он рассказывает, как он адмирал. Он с нами тут сидит, это в интернете у нас выставлено сейчас. У него там, ну... Он не может выразить. Вот у нас говорит, вот павлин и воробей, разница есть, еще спрашивают. Так вот, там, говорит, разница между нашим павлином и тех птиц, каких я видел, как у нас между воробьем и павлином. Так еще, говорит, там больше, какая красота. Ну, я говорю, не видел, глаз не слышал, ухо мне зачем смотреть? И на сердце не приходило. Он это видел. Но это его опыт. Оно настоящее или обманное? Сатана водил? Не знаю. Но он что рассказывает? Я теперь на него смотрю. Ты жизнь свою посвятил после этого Богу-то? Ты изменился? Ты теперь вернулся другим стал? Я его на каждом шагу уже уловляю, показываю. Ты поступаешь-то как мирской человек-то. Посты нарушаешь. Бреешься. Зачем ты это делаешь? Тебе никакой нужды к этому нет. Ну и все.
Если ты оттуда вернулся, ты другой должен быть, абсолютно другой. Потому что ты там видел то. Так, это что он бегает? Просится. Ну вот так, дорогой мой. Ну ладно, Игнатьевич. Я сейчас скину видео, это вы там будет время, посмотрите. Ну, с этим парнем-то. Ну ладно. Да я маленько гляну, я все не буду подряд смотреть. Я видел много, пространно, много сидят, разговаривают. Я очень много этих роликов слышал, и православных, и неправославных. Цена им одинаковая. Лучше бы их не было. Не видел того глаз. Все понятно. Что приготовил Бог любящим его? Зачем я за эту грань буду и какому-то человеку верить? Я еще ни одного не встретил, у которого жизнь радикально изменилась. Он был бы в церкви. Если видно, что нормально как-то, она голову не может даже покрыть платком. Она видела там что-то. Ты этого не видела, что Божья Матерь покрытая? Не видела? Почему-то баптистом Божья Матерь никогда не является. Вот удивительное дело. Баптистам, другим сектантам, она нигде им не является. Это опыт, мы туда переносим и в этом пограничном состоянии начинаем придумывать. Да, он видел, но есть такое, «Сбежавший из ада», там подробно показано, фильм такой. Видели? Вот так. Он сам себя ввел в себе и умер, ну его оживили они там электрошоковым. Не надо мне этого. Я за всю жизнь не слышал ни одного голоса, даже шепотом, чтобы мне оттуда кто-то сказал. У меня этого не было, ни видений, ни, нигде нету. Я просто живу и работаю, ложусь, сплю, стою. Но внутренним голосом я стою на молитве, всегда слушаю, что мне скажет Господь. И скажет мне через Святую Библию. Я тогда открываю место Писания, конкретно открываю, не так, где откроется, я не гадаю. Сижу тогда, занимаюсь, снова молюсь. Со священником посоветуюсь и какое-то решение принять. Вот ехать, не ехать бывает иногда. И Господь покажет. Иногда целые года не открывает Господь. Все равно откроет. У меня это было. Но у меня никогда не было никаких откровений. И я их не ищу. А если икона замерточила недавно у одной нашей, я говорю, ее сними и отнеси в ближайший храм. Они любят это дело, у нас этого нет. А если бы у тебя иконы замиротащили? Ну, собрал в храм, отнес и на этом все. У меня они не миротащат. Я даже пыль забываю из них сметать. Они для меня напоминают о тех, кто жил во плоти. Иконы. А тут как идолопоклонники. Да поцелуй, да еще лбом ударит. Ты видел, как целует? Поцелуй, ты лбом поднет. Я говорю, а зачем ты лбом-то бодаешь-то? Так все делают. И батюшка. Но говорю, мы целование учимся друг от друга. Я целовал маму, маленький был. Я целовал брата. Потом вырос. Вырос, и поцеловал и боднул. Да я так боднул, он с места не встанет. Ну еще мы друг друга-то не бодаем-то. А почему иконы решили бодать? А на иконе кто-то изображен. И попы стоят и бодают. Быки будущие. Ну это, наверное, где просветление ума. Они мозги стряхивают. Это есть такое, если фильм не видели, как-то посмотрите. Называется «Внучка президента». «Внучка президента», запомни. Ну, для разнообразия, посмотрите. Олег Табаков играет. Играет как бы Ельцина. Как двойняшки там, и как это у них будет. Ты не щавкай, он министр здравоохранения. Он сыну говорит, не щавкай. Я не могу, если так, то у меня в голове хрустит он. Что у тебя там может хрустеть? Так еще тут может стряхиваться-то. Пустая голова. И своим барабаном бьет икону. Нечего там ставить-то. А то канон особый на восстановление там, то памяти, то чего-то. Учиться надо. Блудить не надо. Проблудили всю жизнь, а теперь древними мозгами трясут перед Богом. Больше всего память отнимает блуд. И страшнее этого греха, как Аполос Великий, говорит, ничего нету. И сблудился народ, а теперь памяти нету. И теряет память. Надо вот то-то делать, то-то для памяти. Для памяти надо жить свято. И быть довольным тем, что Бог дает. Вот у меня, я знаю места Писания, это ему сатана дает знания. Сатана православная. И когда узнали, что я цитирую на память 719 правил, 7 вселенских, 9 поместных соборов, они долго думали, что же сказать-то тут. И опять тоже, сатана ему дает. 1173 жития святых, я их на память привожу, биографию.
Долго думали, что сказать. И говорит, сатана ему дает знание это. А что я провел над этим десятки тысяч часов, их это не касается. Не касается. Где я нахожусь, там сатане места нету. Почему вы не говорите? Ему тошно. И в первую очередь в попах. Они трясутся от злобы, в падущие бьют. Такая болезнь, падущая, трясущая. А возразить ничего не могут. И спрашивают, ну конкретно положите. Покажите, что слабкий Дмитрий. Недавно один вышел и говорит. На ваш ролик натолкнулись с товарищами. Они православные все. А один сказал, а я не согласен. А я спросил, а в чем не согласен? Не знаю. А другой голову опустил и ушел. А я, говорит, понял, это то, что я искал. Это тот самый, который больше всех мне помог. Вот сейчас конкретно. Вот что Бог делает, и через ролики. Значит, один замкнулся, ну, а вчера один тоже священник на меня вышел и говорит, ну, а то вас отрицательное. Я спрашиваю, откуда вы взяли отрицательное-то? И все берут из интернета негативные о вас отзывы. Так что ты по слуху судишь-то? Я живой, меня спроси. Спроси меня. А вот узнали. А кого ты узнал-то? Почему ты все время к дьяволу стучишь, ты в коборку у него спрашиваешь? Почему у Бога не спрашиваешь? Ты меня обвинишь, что я живу не по совести. И тогда скажи, что я солгал. У меня рядом друзья-товарищи. Пусть кто-то скажет, что не так, как я говорю, по-другому. Кого он в интернете нашел? Да ты в интернете поищи, что о президенте говорят, что о патриархе, что о Христе говорят. И что интересно, вот 100 отзывов обо мне положительные, и не берут ни один. 3 отзыва плохие, берут и берут. И отзыв от еретиков. От еретиков при том. И берет это православный священник. Ни стыда, ни срама нет. Я говорю, от кого ты берешь-то? Он же еретик, и вы говорите, с ним разговаривать нельзя, еретик. Но он же говорит против вас. Ой-ой-ой. Раз против меня, значит, ты из-под него берешь и в меня кидаешь. Ты молодец после этого. А я против вас еще не могу сказать, кроме одного, что у вас страха Божия нет. Я не буду против вас собирать, с кем вы спите. Я одно могу сказать, что Библию вы не считаете, не знаете. А на суде Божьем будем судимы по Слову Божию. Евангелие от Иоанна 12:48. А вы меня поносите, а я за вас молюсь. Разная позиция. Совершенно разная. Я каждый день молюсь за епископат, за священство, за патриарха, за папу. Да еще по именам повторяю. За папу Франциска, за папу Венедикта. Если Бог позволит, может, встретимся нынче. Ну, хотя бы передать подарок. Мне матушка узнала, что вы приедете, заедете ко мне. Она уже бегает бедная. Что же мне готовить? Он не ест ничего. Что же мне ему приготовить? Ест. Рыба. Уже меню составляет. Рыба, обыкновенная рыба, сваренная в воде. Ничего больше не надо. Но если уже хочешь особо угодить, карася в фольгу закрути и спеки. Карась, рыба царская, во. Если, конечно, не среда и пятница. Если среда и пятница, мы возьмем с собой. Ни о чем, скажи, не беспокойся. Никаких соков, ничего не надо. Обыкновенная еда простая, с картошкой, с капустой. У православных как говорит? Он должен быть очень смиренный, голова между ног и в бороде капуста. Обязательно капуста в бороде при том. Ой-ой-ой. Пусть не беспокоится. Скажите, что... Ничего этого не надо. Я в тягость никому не буду. Я с краешку сяду. И под благовидной причиной поскорее за стола вылезу. Ой. Передай ей поклон от меня. Скажи, что мне это приятно слышать. Она любит тоже вас. Вот, видишь ты. Вот я буду знать. Мы трое, а четвертая собака. Собака. Человек где-то примет какую-то честь, вознесется, а она у нас не возносится. И скажите потихоньку, чемпион России приедет к вам. Только не говорите, что это собака. Когда о нас будете говорить, скажите, они едут, у них команда, и один из них чемпион России. Но не говорите, кто. Я медаль даже его с собой взял. Вот так. Ну что, брат? Ждем вас с терпением.
Да, Игнатьич, ну все, оставайтесь с Богом. С Богом. Ты меня прости, что я тебя огорчаю, брат, но по-другому я не могу. Пока потерпите меня такой, какой есть. Успеваем, мы запишем и поговорим. Даже сейчас записывают, несмотря на это работает. Работает, нормально. А другой им платит 10 раз быстрее, у него дело там еще. У меня круглосуточно работает, нормально. Сейчас поставили, было 50 гигабайт дополнительно запасные, а сейчас 900. Что спрашивать-то? Я вообще царствую. Интересно, он живет? Ну, я вот сейчас запишу. Я сейчас видео запишу и пришлю вам, посмотрите. Ну, да. Все, ладно, как пташка Божия. Ничего нет, и всему радуюсь. Слава Христу. Бог дал Сергея. Облещение. Так.